заставляет знаки зодиака уходить, даже если вы им нравитесь. Если человек вам дорог, лучше за буйки не заплывать. Овен. Слишком быстрое развитие событий. Чувство, что его вынуждают остепениться. Телец. Ощущение того, что его игнорируют. Получение смешанных сигналов. Отсутствие информации о чувствах партнера. Близнецы. Атака сообщениями. Ощущение ограниченности в свободе и оторванности от друзей. Рак. Чувствами здоровой избалованности. Слишком большое количество подарков. Лев. Слишком большое количество вопросов. Принуждение открыться слишком рано и поставить себя в уязвимое положение. Дева. Вынужденная необходимость менять расписание или планы и находить дополнительное место в своей жизни для другого человека. Весы. Необходимо сделать всю работу в одиночку, выкладываться на полную и чувствовать пренебрежение или безразличие. Скорпион. Слишком много объятий, поцелуев и прикосновений. Стрелец. Чувство непринятия, непонимания и одиночества в компании других людей. Козерог. Слишком много времени, проводимого вместе, ощущение того, что он задыхается, полное отсутствие времени на себя. Водолей. Чувство, что его нянчат. Выслушивание нотаций и лекций о том, кто он такой и что ему нельзя делать. Рыбы. Изобилие физической близости. Спешка в постели. Чувство принуждения к интимной близости. Друзья, право верить звездам или нет, оставляем за вами. Не забывайте про подписку, лайки и комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо, вы были на канале Гороскопы.